Всем привет! Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор дизайнерской сантехники от немецкого бренда IMPM. И в этом видео я расскажу вам о смесителе, душевой системе и подвесном унитазе, существенно расширяющих представление о сантехнике, настоящих сантехнических гаджетах. Этот ролик полностью посвящен инновационным продуктам из коллекции Inspire V2.0, оборудованным новейшей системой управления TouchReel. Начнем со смесителей. В коллекции Inspire V2.0 представлены два варианта с контроллером TouchReel. Начнем с электронной модели. Впервые в своем ценовом сегменте представлена модель с электронным управлением температурой, напором, а также функцией сохранения настроек. Нажмите на контроллер. Отрегулируйте смеситель по температуре и напору воды. Зажмите его. Настройки сохранились, и теперь вы сможете их получить всего одним касанием. Второй вариант механический и функция памяти по механическому принципу. Нажатием на TouchReel мы включаем воду. Напор регулируется аэратором, это примерно 6 литров в минуту. Поворотом контроллера мы регулируем температуру воды. Теперь самое главное. У обычного однозахватного смесителя часто поправляют ручку, выравнивая вдоль излива, что сбивает настройки температуры воды. А контроллер TouchReel выравнивать не надо. Его лаконичный дизайн сохранит спокойствие даже у самого строгого перфекциониста. Таким образом, вы настроили температуру, напор воды оптимален, и вы включаете свои любимые настройки в одно касание. А это экономит и время, и воду. Попробуйте сами, уверен, вам понравится. Следующая модель в коллекции Inspire V2.0 – это душевая система. Воплощение стиля и комфорта. Верхний душ можно отрегулировать по высоте, углу наклона, а также повернуть влево и вправо. Ручной душ выполнен с применением материала Soft Touch, приятный на ощупь и очень удобный даже с мыльными руками. Теперь о системе TouchReel. Перед вами термостат с двумя контроллерами, отдельно на верхний и ручной душ. Как это работает? На ручке термостата выставляется, запоминается температура, даже при перепадах давления она сохраняется. Нажатием на соответствующий контроллер вы включаете верхний или ручной душ. Поворотом контроллера вы регулируете давление. Повторное нажатие прекращает подачу воды. Обратите внимание, при выключении подачи воды настройки напора и температуры будут сохраняться, и теперь их можно будет включить в одно касание. Согласитесь, очень удобно. И еще один сантехнический гаджет – подвесной унитаз Inspire V2.0 с электронной крышкой биде. Основное программирование осуществляется при помощи пульта. Здесь вы задаете температуру воды, длину форсунки, мощность напора, а также температуру дюропластового сиденья. Эта опция в своем ценовом сегменте представлена впервые. Когда вы задали и сохранили все настройки, воспользуйтесь контроллером TouchReel. Первичное вращение от себя или на себя позволяет выбрать режим – общий или женский душ. Вторичное вращение позволяет откорректировать длину форсунки. Все очень просто и легко. За привнесение инноваций в свой ценовой сегмент коллекция Inspire V2.0 получила 2 немецкие награды Red Dot и 8 американских премий Good Design, а это знаки качества, известные всему миру. Коллекция Inspire V2.0 по-настоящему экстраординарна для вашей ванной комнаты.